Привет, YouTube. Пара тестов. Каким-то совершенно непостижимым образом мимо наших рук просочилась одна из горячих штучек. Как? Мы вроде все с тобой попробовали. Во! Не понимаю совершенно, как она смогла ускользнуть от нас. Эту горячую штучку мы не пробовали с тобой. Любовь Геннадьевна, следовательно, тоже. Так что мы должны с ней поделиться обязательно. Мы же не крысы какие-то жрать в одно... Чё? В одну варежку. Поджарь для хруста написано тут. Совершенно случайно увидели с ЛГ. Как, блин? Еще и крылышки, да еще и хрустящие. Сочное куриное мясо. Так, тут горячая штучка написана. Куриные крылышки, хрустящие крылышки. Поджарь для суперхруста без ГМО. Изделия тропоры, жареные сорт. Готовые вторые блюда, замороженные хрустящие крылышки. Замороженные. Вариант сервировки блюда, да. Оно так не выглядит никогда. Способ разогрева в сковородке. Я так понимаю, если в сковородке, то с маслом. Это дополнительные трансжиры, горячие и горящие жиры, кипящие. Кипящее масло – это трансжир. Так, не понял. Ты не знал, что ли? Нет. Ну, теперь знаешь. Как ты, блин, не знал? Столько канал смотришь уже. Здесь я поражаюсь. Вот свечи печи на 700. 5 минут. 5 минут. 5 минут. Это много или мало? Эй, нормальный. Надоела уже эта песня, и мне тоже. Я больше других не знаю просто. Горячая начинка, где я ищу калории. Ну, калорий 300 тут в 100 граммах, наверное, будет. Я их не могу найти. А, во. тысяч калорий в 100 граммах. Пойдем, откроем. Не откроем, а потыкаем ее. И засадим в шайтан машину греться. Блин, что ты меня смотришь? Туда смотреть надо. Правильно. Тут все проще простого. Вот так это делается. Штук. Сколько тут? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Как раз. 6 штук. Прям по-братски. Берем вот так, чтобы не долбануло. И в шайтан машину садим. Вот так. Раз. Раз. Микроволновка 700 ватт, вот сюда смотри, блин, смотришь, куда попало. 1, 2, 3, 4, 5. 5, блин. И поехали. Ну и греем, загреется и будем возъедать. Нет. Я не понял. Ребятки, по-моему, я нихера не снял. Штопанный курдюк. Или я снял? Ага. Блин, вы меня не пугайте так. Короче, я сейчас камеру выключить нажал, а оно включилось. Скажите мне, что я записал, ё-моё. Нет, от слова совсем. Блин, на всякий случай перескажу. Как я и возъедал, вы не видели мой сериан, если... Не дай бог, если я не заснял. Короче, скажу, что я уже сожрал все. Я скажу, что это не KFC, не Макдональдс далеко, но едабельно. Я очень неплохо отношусь к компании «Горячая штучка». Но ощущение такое, что там глутамата не было. Как будто вот ощущение, что ешь, а неохота дальше есть. Другие продукты у них ешь, и все равно охота есть. Сорян, если не снял, ой, балбес. Но второй коробки такой у меня нету. Ту пайку я не имею права сожрать. Это Любовь Геннадьевна. Я просто сейчас камеру выключал, а она включилась вместо того, чтобы выключиться. Мой глубокий сорян, если я не записал. Извините. Извинения приняты. Ну можно. Можно. Извиняюсь, что с такой траблой величайшей. Но пока не скучаю, не грусти, скоро боксов гости жди. Еще раз говорю, это блин. Блин, настроение пропало. Береги себя и смысл. Здоровья всем. Пока. Спасибо за просмотр, дорогой друг. Ставь лайк. Оценивай видео. Подписывайся на канал. До новых встреч.